Ну что, всем привет, с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.budoshin.ru, www.budoblog.ru и www.makivara.ru. Сейчас я направляюсь в Шую. Что такое Шуя? Шуя — это такой маленький городок в области Ивановской, хотя самый древний. Когда-то даже было княжество Шуйское. Чего я туда еду? Только вчера там закончился чемпионат России по фудокан каратэ-до. В настоящее время там находится профессор Илья Йорган. Это мой учитель, и я еду пообщаться с ним. О чем бишь я хочу поговорить с ним? Сегодня я хочу поговорить с ним о Макиваре, о его пути в области набивки ударных поверхностей, закалки их и по работе на Макиваре. Я напоминаю, что профессор когда-то книгу написал, которая называется «Макивара в традиционном карате». Книга эта уже раритетным стала, и за рубежом ее найти вроде бы несложно, а вот в России ни на одном из языков мне ее найти не удалось. Когда-то она у меня была, но кто-то у меня ее, значит, выклинчил. Это было много лет назад. Я ее подарил. А теперь я не могу найти такую книгу. И, может быть, мне профессор книгу привезет. В этот раз, к сожалению, он ее привезти не смог. Но в следующий раз должно получиться, скорее всего. Сейчас же профессор пишет большую книгу по спортивной медицине, по медицине в боевых искусствах. Там будет очень много информации о спортивной травме и, самое важное для меня, то есть интересное, там будет о профилактике боевой травмы при работе на макиваре в том числе, а так вообще при набивке в целом. Вот это вот интересно будет очень. Я хочу как раз его сегодня поспрашивать и поразговаривать, беседовать с ним вот на эту тему. То есть на тему того, как он вообще к макиваре пришел. Вот много лет назад. Как он занимается набивкой, как он ей раньше занимался, как он ей занимается сейчас. И на какие из аспектов стоит обратить особое внимание. А также интересно и то, насколько он видит сейчас для современного карате актуальной эту тему. А также не только для карате, а для боевых искусств вообще. Вот, собственно говоря, вся канва того диалога, который я планирую провести с ним. Если все получится, я буду очень доволен. Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот, встретился я с профессором Йорби. Поговорили мы по поводу макивары. Интересный разговор получился, довольно продолжительный. Много того рассказал профессор, что я уже знал, что он раньше мне рассказывал. Вот, ну и кое-что новенькое, интересное. Обязательно напишу об этом в статье. Взял я у него интервью, ну небольшое такое, вот. Видео, аудио не буду выкладывать его, потому что профессор не очень хорошо говорит по-русски, и условия для записи были тоже далеко не самые лучшие. Вот. Но транскрибацию я сделаю такую художественную, чтобы было понятно. Думаю, что будет интересно. Так что вот так. Да, кстати, предложил профессор по поводу макивар, камертона и МБШ посотрудничать. Очень ему понравились эти макивары. Сказал, что лучше ничего он вообще не видел. Макивары просто прекрасные. И он с удовольствием займется популяризацией в Европе через своих учеников. Очень ему макивары понравились, поэтому решил этим заняться.
Вот так. Ну ладно. Остальное все смотрите на моем, на моих сайтах, на ресурсах моих, на www.blog.ru, www.budushin.ru и www.makivara.ru. Там будет именно транскрибация интервью с профессором по поводу макивары и небольшой отчет о семинаре, вот, на который был, о чемпионате России и о нашем общении, которое состоялось в эти дни. Салют!